Мурманске выясняют обстоятельства ЧП во время ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Ночью, когда корабль выходил из плавучего дока, из-за скачка напряжения отключились насосы. В итоге, как говорят специалисты, произошло нерасчетное погружение дока. Проще говоря, он затонул. Все это может быть связано с последствиями непогоды. По данным агентства ТАСС, пострадали 4 человека, 2 из них в реанимации. А губернатор Мурманской области сообщила о поисках одного пропавшего в ходе ЧП. Во время аварии на палубу «Адмирала Кузнецова» упал кран. Как отметили в Объединенной судостроительной корпорации, есть повреждения, но они незначительны. Сейчас авианесущий крейсер встал на площадку другого судоремонтного завода, и угрозы, что будут сорваны сроки модернизации, нет. В связи с происшествием прокуратура начала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело.